Не только сегодня, в Международный день медицинской сестры, но и ежедневно медсестра Видновской детской поликлиники Нарбике Джентемирова идет на работу как на праздник. Помогать именно детям – ее давняя мечта. И своих маленьких пациентов, а их более тысячи, Нарбике любит и многих знает по именам. У меня очень большой участок. У меня я и в городе, у меня участок, мои дети, и в Расторгуево все мое я веду своих детей. Хорошо мне. Работу свою любите? Конечно, любим. Уважаем свою работу. Уже более четверти века в профессии медицинская сестра Елена Казакова, которая работает с онкологическими больными. Это направление считается одним из самых сложных. Часто медсестре приходится быть и психологом, ведь доброе слово тоже отличное лекарство. По словам Елены, увидеть радость и надежду в глазах пациентов для нее главная награда. Ну, у нас сложные пациенты, потому что они борются за свою жизнь. Не самая простая профессия, не самая легкая, но я очень рада, что я в ней оказалась. Больше года практически в экстремальных условиях трудятся медсестры из красной зоны Видновской районной клинической больницы. Смены в специальных костюмах и средствах индивидуальной защиты длятся по 24 часа. Старшая сестра операционного блока в РКБ Екатерина Бардышева, координирующая работу 17 медсестер, рассказывает, что основная задача – это полная готовность операционных к работе в любую минуту. Мы работаем в экстренном режиме. Но так как у нас есть все необходимое для данных операций, нам звонит врач, хирург или травматолог, нейрохирург и мои сестры в течение 50 минут. Чтобы поздравить своих коллег, на интервью к нам из красной зоны вышла главная медицинская сестра в РКБ Наталья Сушкова. Медицинские сестры – это люди с открытой душой и с искренним желанием помочь. Медицинская сестра – это самая крупная опора медицины. Поэтому в этот день хочется пожелать нашим девочкам огромного счастья, любви, здоровья, всего самого наилучшего, потому что они у нас самые лучшие. Присоединяются к поздравлениям и благодарные пациенты. Самое главное – здоровье. Они делают огромный труд и хочется пожелать, чтобы все были здоровы, чтобы поменьше у наших медсестер было работы. С праздником! Екатерина Коваленко, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.